Эцио, нас ждет Рим. Дай знать, когда будешь готов отправиться в путь. Похоже, он... Тебе не уйти! Еще один кондотьер. Я уже видел, что не нравится. Возможно, я туда. Я так хочу увидеть на твою бутылку. Он будет просто запретить. Так что не рискуй. Ждите, пока он раскроется. Ничего подобного. Ха-ха-ха.
Ассасино! Ассасино! Тебе конец! Подонка! Убийца! Закройте ворота! Там, там! Сзади? О, да ты не там. Тебе туда нельзя, Карио. Я с тобой, брат! Остановись! От судьбы не уйдем! Я его не вижу! Я вижу его! Лачу! Скажи что-нибудь напоследок. Я отрублю тебя. Вот так!
Взять! Ты разве наемник? А? Тебе конец! Давай! Спокойно! Он ошибется! Тогда мы его и возьмем! Черт! Надо бежать! Что-то он не похож. Ты когда-нибудь видел его? Кто убивает? Пусть лучше ведет себя смерть. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего. Невидимого и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. Вновь гряду... Я думал, я выше этого.
Все зря. Я ждал слишком долго. Столько потерял. Покойся с миром, ублюдок. Ни за что. Нет! Почему ты еще жив? Понятно. Спасибо, что принес мне яблоко. Давай его сюда! Иди к черту. Да, ты не сдаешься, как и твой отец. Возрадуйся, дитя мое, ибо скоро ты с ним встретишься. Ты отдашь его мне? Как скажешь. Удивительно. Невероятная сила. Но если ты думаешь, что это тебя спасет, то жестоко ошибаешься. Правильно, бойся меня. Я прикончу тебя, ассасин! Как по-твоему, сколько ты продержишься? Трюки тебя не спасут! Ты не остановишь меня! По-твоему, сколько ты продержишься? Я прикончу тебя, ассасин! Ты не остановишь меня! Правильно, бойся меня! Трюки тебя не спасут! Правильно, бойся меня! Сколько ты продержишься? Трюки тебя не спасут! Ты не остановишь меня!
Нет, ты не остановишь меня. Все кончено, Родриго. Сложи оружие, и тогда, обещаю, твоя смерть будет быстрой. В самом деле, Эдсо, а ты на моем месте, ты бы тоже сдался? Сейчас узнаем. Наконец-то. А теперь я разберусь с тобой. Что это за место? Откройся, черт побери! Откройся! Все кончено, Родриго. Больше никаких фокусов, никаких артефактов, никакого оружия. Посмотрим, из какого ты теста, старик. Ну что же, если ты этого хочешь... Что тебе нужно в сокровищнице, Родриго? Разве ты не знаешь, что в ней? Неужели могущественные ассасины ничего не поняли? Не поняли чего? Бог. В ней находится Бог. Я должен поверить в то, что Бог живет под Ватиканом? Это логично, разве нет? Бог, живущий в облаках среди... Допустим, я тебе верю. Но что он сделает, когда ты откроешь дверь? Все равно. Мне нужно не его одобрение, а власть. А он отдаст ее тебе? То, что за этой стеной не устоит против посоха и яблока. Это оружие убьет даже Бога. Бог всеведущ и всемогущ. А ты надеешься одолеть его с помощью древних артефактов? Ты ничего не знаешь. Ты представляешь Бога таким, как он описан в старой книге, описан людьми. Ты, папа, как ты можешь отвергать священный текст своей церкви? Я стал папой, потому что мне нужна власть. Неужели ты думаешь, что я верю... Нет! Нет! Это мое предназначение! Мое! Это я, пророк! Ты никогда им не был. Давай покончим с этим. Нет. Твоя смерть не воскресит моих родных. С меня довольно. Ничто не истинно. Все дозволено.
Покойся с миром.